Дети Станислава Бондаренко. Микочка, а чем ты занята? Украшения. А ничего, что у вас идет занятие? Нет, а я заводчик. Хорошо, что мне не надо это задание делать. Надо! Во, достала печеньку? Сделай. А, я тоже хочу сделать. Так достань печеньку, а где? Давай, конечно. Мне сначала усы помыть. Достать конфету с тарелки с мукой. Не так-то просто оказалось. Да, задание у нас классное. Мика, покажись. Давай, вон она. Вон она. Печенька. Убегает. Достала? Мне кажется, сложное задание. Аурик, кто покажись. Кто сможет достать? Давай, удачи тебе. Давай. Что, почти. Мимо, вон она. Не достается. Давай, попробуй. Все? Съела? Съела муку. Нравицы какие. Посмотрите, какая Микуська красивая.
Мика, Мика, ты готова? Да. Давай, раз, два, три. Да. Говори. Да-да-да. Какие у тебя глаза большие, это чтобы лучше видеть? Да. Кого? Тебе. Как приятно. Делай еще большие глаза. Вот после завтрака мы теперь едем. Куда мы едем, Мика? На танцы. На танцы? Да. Будешь танцевать? Рэперской заниматься? Да. Рэперскими меня танцами? Меня просто не видно, я буду спрятаться. Спрятаться? Да. Почему? Ну что, всех детей сдали на танцы. Теперь пора заняться и собой. Как человека, как понять, то там невозможно играть. Там очень много людей. И я типа пишу, привет, да не вопрос, мне Саня сказал, но знаю, дорогу в один конец. Не хочу, чтобы ты обижался на меня, знаю, типа, поступил плохо. В каком плане? Никаких обид, все порядка. Типа, в смысле, в плане, что команды очень редко меняют. Все. Просто он мне что-то типа написал. Мама, ну ты не делай это. Ну зачем ты это делаешь? Доброе утро. У нас сегодня утренняя чайная церемония. Вот она. В кругу друзей. В кругу друзей, да, это? Да. Мика, ты себе придумала новое имя? Да, Дуду. Как? Дуду. А папе? Пепе. Как? Пепе. Пепе. Ну ладно, Пепе. Вот, в кругу самых лучших друзей, как видите. Микочка, что ты делаешь? Я собираю. Собираешь? Да. Что ты собрала? Это для нашего утреннего завтрака? Да. О, целая тележка еды. Папа, внимание, женщина говорит, давай, папа, просто попьем чай. Я говорю, давай. В итоге у нас целая тележка еды. У нас еще подружки с диваном на машине приехали. То есть, ну, женщины, как всегда, чуть-чуть чайку попьем, а так ничего. И пару чемоданов еще с собой взяли. Да, Мика? Да. Чайку попили. Мик, что такое счастье? Это значит, когда вы найдете кому-то лягушки и играете с ними. Например, со мной и с Алексой. То же самое. И если вы делаете хорошее дело. Нет. Там за дети говорят. Вот так. Пока-пока.
Подожди, а рюкзачок взяли? Скажите, пожалуйста, где пицца? Даже огромный стол. Мика, посмотри сюда, видишь? Да и бабочки летают. Бабочки. У нас. У нас, да? Нет, у нас. У нас бабочки летают, да? Котик, мы приехали. Вот. Девочки раскладывают вещи. Все хорошо. Куда мне его положить? В общем, я вчера обещала чаще выходить на связь. Сегодня у нас такой классный повод. Мы просто ни с того ни с сего спонтанно решили уехать за город. В наш любимый отель. Девочки! Алекс, скажи мне, пожалуйста, как прошел твой полет? Отлично. Отлично. Мы куда прилетели, в какой город? Дубай. Дубай. Мы едем в другой город, чуть-чуть там похождение, и едем в другой город. В другой город, да? На второй самолет. Друзья, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на канал сериала «Актеры. Личная жизнь». Внизу пишите комментарии и ставьте лайки.